пункте пропуска «Армянск» сотрудники таможни и ФСБ пресекли две попытки ввоза сильнодействующего вещества на территорию Крыма. Уроженец Днепропетровской области пытался незаконно провести через границу 50 ампул тестостерона. Во второй раз крымские таможенники задержали другого гражданина Украины, который пытался провести 10 ампул сильнодействующего вещества. В обоих случаях препараты были изъяты. В отношении первого нарушителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в контрабанде сильнодействующих веществ. По второму инциденту материалы направлены в МВД по Республике Крым для принятия решения о возбуждении уголовного дела.